Всем привет! Добро пожаловать на футбол. Казалось бы, вот-вот совсем недавно завершился футбольный сезон 2022-2023 в России, но вот уже буквально на носу возобновление очередного футбольного года в нашей стране, номинальных хозяев московской родины. То вот коллектив Дмитрия Парфенова достаточно неплохо выступил, команда попала в зону стыковых матчей. Вот такая диагональ, снова на Калмыкова, естественно, тут посмотрите, как здорово скинул. И вот такой удар с острого угла, первого из четырех таймов, давайте еще раз посмотрим, скидка прекрасная. Сборной зрительских симпатий. Ух ты! Вот это голешник! На 19-й минуте первого тайма. Ну вот низом. Низом получил мяч Амур. И посмотрите, как пробил. Бабах в дальний угол. А сделали для Родины результат. Калмыков еще раз бьет по воротам Кудинова. Красного знамени. Смотрит за тем, как его команда разыгрывает штрафной. И очень симпатичный удар получился у Никиты Соломатова. Небольшой рикошет от стенки. Видим. Еще раз давайте смотреть. Уэсли. Рикошет какой неприятный. Дмитрий Кудинов уже стоит на коленях. Не пропустит. Просто так. Калмыков. Первым будет на мяче. Матвейчук. Заброс в исполнении Олега Дмитриева. Здесь здорово Колесниченко принял. С левой пробил рядом со штангой. Своим визави из московской команды остался. Его команда в атаке. Калмыков головой нарушил правила. Он против Матвейчука. Гордюшенко. Свободная зона у него. Передача. Обратный пас на Семира. И рядом со штангой. Две желтые карточки. Уже. А вот это момент Семира Гордюшенко. И здесь все тот же. Валентин Андямов. Ух ты, перехват какой. И удар дальше. Следующим же касанием Алексей Андреев. Игрок основного состава. Прострел. И вот удар в касание от Колесниченко. Много Кирилл Колесниченко подставлял ногу под этот мяч, который неплохо. Вот это Бесчастнюк. Да, мы с вами тоже его отметили. Калмыков второй можно забивать, но не переиграл он. Кажется, Дмитрий уже несколько приставных шажочков в этот угол сделал. Ну, Стимир Гордюшенко. Калмыков. Калмыков пробьет. Пробил Калмыков. Ничего себе. Номером московской команды. Посмотрите, бабах с правой ноги, как мощно под перекладину. И Дмитрий Кудинов поддерживает. Еще есть поддержка в лице Гордюшенко. Калмыков классную передачу Астемир. Читался пропуск. Гордюшенко пробил сам и был полностью прав в этом своем решении. Наработал сегодня на гол. Посмотрите, да, Андямов пошел читать вот этот пропуск в направлении Артема Воропаева. Микрунрыву паха или какой бы то ни было там еще. Мышцы, удар в ближний угол Айдаров. У Алексея Городового в первые полчаса не было. Посмотрите, какой заброс симпатичный. И дальше удар в касание. Побежали. Большими силами, между прочим, Колесниченко. Фищенко забежал. Ему передача. Руслан мягкий наброс на дальнюю. Гордюшенко! 3-0. Меняется, да? Вот посмотрите. Фищенко забежал за спину Колесниченко. Колесниченко ему покатил. Мягкий наброс Фищенко. И Гордюшенко. Подача с правой ноги. Отличный заброс на дальнюю штангу. И вот здесь тот самый 10-й номер Родины. Не достает, вернее, достает до него, но вот уже самый-самый последний момент. Но продолжается атака Родины, уже какой? Третья волна, третий темп. И Тимошенко в ближний угол. Вот так счет становится 4-0. За Тимошенко, посмотрите, как здорово он обыграл. Буквально одним касанием, да, обыграл своего соперника. В исполнении команды Дмитрия Парфенова. Так, а вот здесь момент, удар в дальний. И вот Сангаре. Как кажется, Родина уже так понемногу начинает закапываться. Вот. И снова через Сангаре, через короткую передачу. Родина выходит в атаку. И посмотрите, максимально вертикальной получается эта атака. И удар с левой ноги. Вот это Рамазан Гаджимурадов.
Смотрите, Андреев здесь выцарпал для себя мяч, дальше полез, ушел и мог уже бить, но включил свой альтруизм футбольный, оставил мяч пяткой. А дальше вот такая уже диагональ по длине, это неплохо, его здесь можно бить, дальний угол, Баринов справляется. Ну, по сути, не было, если были, то их было очень небольшое количество. Гаджимурадов, ух ты, посмотрите, Гаджимурадов, ничего себе товарищеский матч. Ничего себе товарищеский мяч и по красной карточке. Еще раз давайте посмотрим, вот он убегает, вот сзади прыгает соперник. И сзади бьет по ногам. Гаджимурадову больно. Он вскакивает. И вот такое начинается на футбольном поле. Пуль здесь как ни старался избежать конфликта и оттащить. Руслан забивал в прошедшем сезоне МЛБ первой лиги. И делает это и сейчас. 5-0 становится счет. Руслан Куль. Классный удар. Давайте еще раз посмотрим. Вот такой разбег и вот такой удар. Плотный и вместе с тем точный. Куль, справа есть Данилин, ему передача, Максим под левую ногу, ну просится удар, но Данилин играет нетривиально, отправляет мяч на Адеолу. Таки, ну на офсайд не похоже, значит удар от ворот, посмотрите. Принял грудью, пробил, агрессивно, сейчас пошли в атаку футболисты Красного Знамени. Ну а главный арбитр дает финальный свисток, который подводит черту. Под этим товарищеским матчем московская родина сегодня в рамках первого учебно-тренировочного сбора, летнего учебно-тренировочного сбора, была сильнее своего соперника из Ногинска,